Приветствуем всех трейдеров, и в данном видео поговорим о том, как открыть новый торговый счет у брокера бинарных опционов Quotex. Стоит отметить, что у брокера Quotex можно открыть как новый торговый счет, так и демо-счет без регистрации. И далее поочередно рассмотрим каждый из вариантов. Итак, для открытия нового торгового счета можно нажать на одну из кнопок «Регистрация», одна из которых находится слева, а вторая в верхнем правом углу. Нажимаем на одну из кнопок и попадаем на окно регистрации. В данном окне необходимо ввести свою электронную почту и пароль. Вводим свою электронную почту. После этого подбираем надежный пароль. Далее необходимо выбрать валюту счета. И обратите внимание, что на выбор есть не только стандартные евро или доллары, а также и биткоин, и другие валюты, включая рубль и украинскую гривну. После выбора валюты необходимо подтвердить, что вам есть 18 лет, и также обязательно прочитать пользовательское соглашение, так как в данном соглашении можно подробно узнать о условиях сотрудничества с брокером. После этого осталось только нажать на кнопку «Регистрация». Также обратите внимание, что зарегистрироваться можно и при помощи социальных сетей. И на выбор есть ВКонтакте, Facebook или Google. И для этого необходимо выбрать нужный значок, в нашем случае это Facebook, подтвердить вход, после чего дождаться загрузки платформы. И как только платформа загрузится, можно будет приступать к торговле. Также обратите внимание, что минимальная сумма для депозита составляет $10, и также можно начать торговлю на демо-счету, чтобы потренировать свои навыки. Если же вы регистрировались через электронную почту, то вам необходимо переключиться на вкладку «Войти», после чего ввести свои данные. В нашем случае мы уже не раз входили на платформу, поэтому система запомнила наши данные. Если вы хотите, чтобы платформа запомнила и ваши данные для входа, просто нажмите на кнопочку «Запомнить меня», после чего нажмите на кнопку «Войти». Второй способ открытия счета, который мы обсуждали в начале видео, это открытие демо-счета без регистрации. Данный способ подойдет новичкам, а также тем, кто хочет просто проверить торговую платформу брокера Quotex на работоспособность. И для открытия демо-счета без регистрации необходимо просто нажать на кнопку «Открыть демо-счет». После чего вы сразу попадаете на торговую платформу с демо-счетом, где можно потренироваться в трейдинге. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!